Ничего себе, как ты отвечаешь. А тебя не встретили. А как вас зовут, мы еще не знаем. Поэтому давайте громко-громко на счет три вы скажете все свои имена, а мы все запомним. Договорились? Да, давайте. Раз, два, три. Да! Че громче? Раз, два, три. Да! Это еще, подожди, то есть понятно, они, короче, садик закончили, идут в школу. Да. Разговаривать не умеет, только садики пока разговаривать не умеет, в ясенках там. Что вы за праздник, выпускной, да? Да! Это значит, их где-то держали. И не выпускали, а сколько лет вас не выпускали? 4 года. Из школы. 4 года. Ужас какой! Вас не выпускали? Да! Принес нам вот такую весть, что на территории этого замечательного конно-спортивного комплекса где-то спрятаны сокровища древних ацтеков. А почему он мне сказал? Ну что, ребята, вы поможете нам собрать, конечно же, карты и пройти все испытания? Сегодня слышу! У нас боевой
Добрый вечер, вечер, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. На пороге повела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня. На пороге повела, а любви не дала. Зацепила меня. Когда я что-то буду слышать о ваших неудачах. Желаю вам быть сплоченным коллективом. А теперь я сейчас минуточку прошу внимания, я вам прочитаю стихи. Хорошо. Каждый выпуск, он самый трудный. Сколько дней и часов позади. И казалось порой невозможно объяснение чему-то найти. Я желала бы, правда, искренне вас и дальше по жизни вести, чтобы вырасти вы наши дети и гордиться вами во всем. Но приходится нам расставаться,
До свидания, я вам говорю. И сегодня я с вами прощаюсь. Я частичку себя говорю. Я очень благодарна вам за то, что вы у меня такие, ну, может быть, немножко крикливые некоторые, но все равно я вас очень люблю. Я очень благодарна вашим родителям, которые в трудные минуты меня не бросали, помогали, которые вместе со мной вас поддерживали и всегда старались вас вести по правильному пути. Поэтому, уважаемые родители, спасибо вам большое за то, что у вас такие хорошие дети. За нас еще целый год к вам будут бегать. Я надеюсь. Ребята, а вот в память я вам приготовила вот такие дипломы. Но сейчас мы будем делать так. Я достаю диплом. Тот, кого я называю, кому он вручается, подходит. И вместе с дипломом берет отсюда. Под своим именем. Хорошо, Рома, обязательно. Итак, поехали. Диплом. Вручается Игнатьевой Дарье. Сухоруковой Виктории. Диплом вручается Юрьеву Ярославу. Савельеву Глебу. Вручается Великдановой Анастасии. Диплом вручается Анит Марии. Диплом вручается Самсонову Владиславу. Диплом вручается Кичетовкину Кириллу. Диплом вручается Андрееве Ксении. Макрошину Роману. Спасибо вам за то, что освещаете.
От всей души наша признательность и родительская благодарность вам, Светлана Ивановна, педагогу с большой буквы, талантливому руководителю и просто прекрасному человеку. Я желаю и вам, ребята, и Светлане Ивановне успехов. Вообще желаю, лет через 5 будет новое выпускное в 9 классе, чтобы ребята вас пригласили. Обязательно. Потом будет 11 класс через 7 лет. В общем, чтобы вы встречались и встречались как можно чаще. Никто вас никогда не забудет, Светлана Ивановна. Мы любим, все вас очень. Мы хотим, чтобы ваша база всегда была на всем месте. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего нашего класса, от родителей. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемые родители. Спасибо большое за подарок. Я очень благодарна вам за то, что на самом деле вы всегда, я вот сейчас смотрю, собственно, я даже вот не ошиблась, и сегодня здесь собрались самые активные. Те, кто всегда приходили убираться в классе, устраивали какие-то праздники. Я очень вам благодарна за все. И я думаю, что, несмотря на то, что ваши детки от меня уходят, мы с вами, думаю, будем общаться, встречаться и разговаривать. И всегда, в любую минуту, мой телефон вы знаете. Я готова с вами всегда общаться. Мы в 5 класс переходим учиться. Нас встретит школа осенней порой. Но души, как перелетные птицы, стремиться будут обратно домой. Домой в родную начальную школу, где беззаботно года пронеслись, где интересной была и веселой такая сложная школьная жизнь. Как только я скажу раз, два, три, на счет три будем отпускать. Да. Пока загадываем желание. А можно два? Да. Лучше одно, два могут не исполниться, одно точно исполнится. Раз, два, три!